прибыла, зарегистрировалась на свой рейс. Летим дальше на юг, в теплые края. А в Москве также холодина, дождь. Надеюсь, что там будет потеплее. Огромный аэропорт, я впервые в нем. Никогда с ним не летела, в основном в Шереметьево. Visit flight evacuation slides and to window access over the wings. Каждый выход обозначен световым табло выход и через этот знак designation sign. Светящаяся дорожка для прохода указывает направление к выходам. Обратите внимание на выход, расположенный рядом с вами. Сильный ветер, ну чуть-чуть, конечно, теплее, чем вчера. Вчера просто осень была. Сегодня хотя бы немножко солнышко выглянуло. Красота тут, конечно, не обязательно купаться, вот просто дышать этим воздухом морским. Наслаждаться видом моря, скал вполне достаточно. Так что... Мало на пляже народу, потому что, конечно, это холодно по такой погоде купаться. Вот какой-то пловец тут плывет. Какой-то поселочек напротив, еще в бухте. Тоже вот там смотрю, там солнце сегодня практически весь день. У нас периодически чуть выглядит. Thank you.
Сегодня решили шашлычок сделать, а то холодно. Ну вот чуть-чуть потеплело, люди уже плавают. Сегодня первый день более-менее тепло. Вот выбралась на пляж, вот впервые искупалась почти за 5 дней. Так приятно шумит волна. Водичка чистая, теплая, в воде теплее, чем на улице. Какой красивый вечер с розовым закатом. Очень красиво все снимают. Увидел милую улыбку, чего там горит, улыбнулся и сам. Последний день сегодня. Хорошо, хоть искупались пару раз. Завтра уже в путь дорогу домой. Красивые мне вот эти кораблики, мне очень нравятся. Вот последний день. Завтра уезжаем. Прощай, море. Последний день. Сегодня уезжаем. Солнышко, погода хорошая, жарко, все загорают. А нам уже домой ехать.
Ставрополь. Вот вид из окна вообще шикарный на лес. Сзади видны дома. Еду домой. Завтра сначала в Москву, а из Москвы дальше рейсом в Ригу. Погода теплая, я как погреюсь.